дядя Толь. Короче говоря, мужик такой домой заходит. Жена такая на него смотрит, говорит, собирайся, поехали. Она говорит, куда? Он говорит, поехали в театр. Она говорит, в большой. Он такой смотрит, говорит, да не ссы, поместишься. Ребят, всем привет. Я обязательно прошу вас, подпишитесь, это важно для меня, и напишите какую-нибудь фигню, можете даже плохую.